Мы все свободны действовать исключительно так, как нам хочется. Уходить от проблем, в которых погрязли с головой. Прощаться с людьми, которые нам наскучили. Закрывать двери, за которыми нас не ждут. Нам кажется, что мы меняем жизнь, но все равно что-то всегда остается неизменным. Ведь куда бы ты ни шел, как сильно бы ни бежал от своих проблем, как бы отчаянно ты ни боролся с окружающим миром, как бы яростно не сопротивлялся, не отстаивал свою свободу и права, ты всегда будешь брать с собой самого себя. Всюду, где бы ты ни оказался, ты не сможешь убежать от себя. Но в этом твое главное преимущество.